нет, не от того поражения. Из Бишкека, Кыргызстан, не знающий поражений. The undefeated Рустамбек Асылбек. Его соперник красного углу. His opponent fighting in the red corner. Дамы и господа, из Душанбе, Таджикистан, Адис Снайпер Гекуба. Напротив Рустамбека Асылбека из Киргизии. Они с красным углом, синим Рустамбек. Трибуны уже сходят с ума во дворце гимнастики Ирины Минрузмановой. Да, спешит Якубов, спешит Рустамбек. Ой, сейчас будет что-то интересное. Какие по защите рука на месте у Якубова. Довольно широкая стойка у Асылбека. Пытается достать Рустамбек, и здорово. И хороший тоже лоу-кик и туда, и туда. Да, в обе стороны очень здорово. Будет легкость, будет много попаданий и вот таких вертушек. Готовы креативно и разнообразно сегодня работать, парни. Очень хорошая скорость. И это конец, наверное. Все! Да! Колено с разножки. Вау, Анис Снайпер. Именно Снайпер Якуба. С ума сойти. Это ACA-161. То ли еще будет. Вы это видели, дамы и господа? Какое колено. Невероятно. Просто невероятно. Чистый удар слева в голову от Аниса Якубова. Вот так вот подтверждают свои прозвища. Седьмая победа в карьере. Это заявка на бонус очень приличная. Фантастика. Давайте еще раз, если будет возможность, посмотрим. Пока на триумфатора. Невероятно. Ситуация, прямо скажем, накаляется в зале. Приводят в чувство сейчас Рустамбека Асылбека. Ему не удалось показать все, что он задумал. Естественно, смешанное единоборство. И один удар довольно часто решает все и в маленьких весах. Кстати, полностью обесточен-то и не был Рустамбек, но в любом случае остановка, конечно же, легитимная. Да, ну и провожают сейчас из клетки Рустамбека. Судя по всему, есть проблемы с челюстью. Там, видимо, попадание колена было очень серьезное. Александр Сидорин здесь также. Обратите внимание. Но не очень много смог подсказать, потому что поединок длился коротко. Дамы и господа, время остановки боя 34 секунды первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 34 seconds of the very first round. Победу нокаутом одержал and your winner by knockout. Анис Снайпер Якуба! Таджикистан! Еще раз браво, Анис! Шикарная победа! Это все в подборку. Будет чем гордиться, будет что показать. И слово победителю! Анис Якуба! Снайпер здесь не просто так! Легчайший, на легчайший движение я иду за вами! Так, всем от души за поддержку, кто пришел сегодня, болел. Отдельная благодарность моей команде Team Bayonov Ахмат Таджикистан. Я представляю этот клуб. Старший брат Раджабали Байонов. Также старший брат, шеф, спасибо вам большое за поддержку. Мои братья, которые тренер Артур Ахмедов Сидорин, Алексей Ермохи, которого сейчас здесь нет, но он смотрит мой бой. Также Тимур Абдуллаев очень сильно мне помогает. Я благодарен ему. Также впереди дерутся мои братья Азам, Фаридун, Давлад. Я желаю им удачи. И знаете, я сегодня показал, что ACA
Эссе – это другой уровень. Я побил чемпиона другой лиги за 30 секунд. Так что, Асланбек, я жду бонус. Я хочу. Я уже выбрал себе BMW. Давайте мне этот гребаный бонус. Обязательно. Душанбе – мой старший брат. Акай Шахбоз. Жди меня, Акай, я еду.